Всем большой-большой привет! И сегодня грандиозный, феноменальный матч, в котором Уфа играет со Спартаком, и Олесь Павловна для вас будет брать интервьюшечки. И, между прочим, я вам хочу сказать, что сегодня все дело в шляпе, и наши победят. Ну, помните, группа «Нана» пела, упала шляпа, упала на пол, и там тра-ля-ля. Ну, короче, неважно, поехали, спрашивайте всех, за кого кто болеет. Упала шляпа, упала на пол, и ветром шляпку унесло. Хоть всюду слякать, не надо плакать, но было горе, было и прошло. Все перемелится, родная. За кого ты сегодня болеешь? Удиви меня. Но всегда за футбольный клуб Уфа. За футбольный клуб Уфа? Ага. И немножко за Спартак. А покажите, как немножко за Спартак болеете? Не могу. Не можете. Я в Уфе живу. Как тебя зовут? Бахтияр. Ты такой красивый. Спасибо. Вы тоже. А расскажите, пожалуйста, как вам погода? Офигенно. А за кого болеть пришли? За своих. Не боитесь тут ходить? Нет. А что, нас много? Много, конечно. Слушайте, а почему болеете за Спартак? С детства болею. С 6 лет. Спартак Москва. А вы откуда, из Уфы? Да, естественно, конечно. А сколько лет болеете за Спартак? С детства. Семейная традиция. Дедушка, отец, я. Понятно, по наследству передавали, да? Шарф вот этот. Да, 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 кстати говоря, это правда. Он действительно, ему лет 15, наверное, уже. Мы болеем за Спартак сегодня. Ага, а вообще за кого болеете? За Спартак. Всегда за Спартак. Ну, болели за Пермский Амкар, пока он не умер, а так, да. Вас погода не остановила? Нет, вообще, как за любимую команду поддержать надо, тем более матч такой обещает быть горячим. За Уфу, мы даже с плакатом пришли смотреть. Ого, Белинов, тащи, нифига себе, серьезненько. Белинов, тащи! Вы супруга или подруга? Супруга. Ага. А расскажите, пожалуйста, а как у вас в семье вот это вот, нормально? Ну, это пробный вариант. Ага, хорошо. Решили попробовать что-нибудь новенькое с мужем? Да. А скажите, пожалуйста, вот если вас победит Уфа, как вы дома это будете, ну, как-то праздновать или отметите? Совместно, без разницы. Как думаете, кто сегодня победит? Ну, думаю, все-таки Спартак. А если Уфа победит? Ну, тоже неплохо. Расстроитесь, если Уфа победит? Нет, родная команда все-таки тоже. А давайте представим, что Спартак уже проиграл, и ваша задача их сейчас утешить. Утешьте Спартак. Я вам шар «Зенита» подарил. Шар «Зенита» бы им подарил. Понятненько. Один на всех. Не плачь, вам все простят. Кононов, до свидания. Ну, бывает. Молодцы. Не расстраивайтесь, мы вас в следующий раз тоже выиграем. Не будь Кононова. Счастья вам. Никакими. Даже слова, да, для них нет. Спартак, плачь! Уфа порвет! Спартак, дождитесь следующего года. В этом году победа будет за нами. Спартак, надо уметь проигрывать. Ты так утешаешь, что ли? Ну вот он проиграл, плачет. Спартак, мы за Уфу, мы против Спартак. Он красный, он за Спартак, он нам не друг. Только Уфа. Тебе попаду? Попадешь? За кого болеешь? Пожалуйста, не надо. Looking at my drip, looking at your drip, whoa. Mommy, look at me, oh, I'm killing it, whoa. Swinging side to side and I'm killing that, whoa. Damn, your girl so fine, but her breath is like, whoa. Покажи, как болеешь. Не верю, еще. Уфа! Уфа, Алга! Вперед, Уфа! Вперед, Уфа! Уфа! 30 лет за Спартак болеем. Серьезно, а вы выглядите на все 20, сколько же вам лет? 48. Обалдеть! А кто в Спартаке лучший игрок? Сегодня? Шурли. Джики, наверное. Побед будет с Спартаком. Спартак, Москва, храни Господь. Спартак, чемпион! Спартак! Спартак. Ну, девчат, ну вы что? Вот сейчас парни посмотрят, скажут, уфимские парни. Половина народа болеет за Спартак. Неправда, неправда. За Уфу, за кого же? Вы что? Он много за Спартак болеет. Ну, много, а мы за Уфу. А что бы вы сказали тем, кто болеет из Уфы за Спартак? Ну, пусть болеют, это дело каждого. Кто за что, ну, может болеть с детства кто-то. Почему не болеть? Пусть болеют. Слушайте, а скажите, а почему вы выбираете Уфу? Почему вот вы решили болеть за Уфу? Потому что я живу в Башкирии, поэтому за Уфу и болею. Своя команда, что? Как вы?
Ну, вы молодец. Любите, да, нашу команду? Да, люблю и команду, и Уфу, и вообще всех.